Добрый день. Сегодня будем проходить Кайф Лайф 2. Итак, очнуться. Так. Так, собрание номер один. Первые симптомы. Погнали. Еще не осталось, давай. Ты кайф. О. Ну что, Жора, добегался? Да, передозировка — это плохо. По себе знаю. Барбитура, аламинол, амфетамины. Хочется, конечно, дрябнуть иногда. Только после этого хренотень всякая мерещится. Нехорошая. Лаборатории какие-то, капсулы бегают. Такая байда, что и врагу не пожелаешь. Чё несёт Джимэн? Вообще, я давно искал такого наркомана, как ты. Сам ты наркошка. Чтоб за пачку таблеток мог придушить родную маму. Братиш, я искал. Один хмырь бобруйский сильно мешает моему наркобизнесу. Ну и чё? Я хочу, чтоб ты сгонял туда и разобрался. Хотели бы с женой в постели. Окей. Так, поехали. Первые симптомы. А, ничего не изменилось. Ну что, нарколыга, проснулся? Собственного колы. Держись от меня, мать.